В Казахстане стартовала беспрецедентная по своим масштабам экологическая акция «Таза Казахстан». Она продлится 5 недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике. Коммунальщики уже приступили к благоустройству городской инфраструктуры. Скоро к ним присоединятся общественники, предприниматели и все желающие граждане. В Алматы самых активных участников поощрят ценными подарками, а вот любителей сорить будут штрафовать без предупреждения. Аскар Сергалиев расскажет подробнее. Куда ни глянь, всюду в глаза бросается оранжевый цвет. Это огромная армия работников коммунальных служб. Во всех районах мегаполиса кипит работа по благоустройству. В стране стартовала масштабная республиканская акция «Таза Казахстан». В ее рамках в мегаполисе проходит акция «Алматы – наш общий дом». Моют остановки, красят скамейки и урны. Также у нас проводятся работы по уборке парков, скверов, дорог, тротуаров, арков. Также у нас работают, активно участвуют юридические лица по уборке прилегающей территории. Владельцы офисов и магазинов убирают территорию и сажают деревья. Но масштабная посадка зеленых насаждений начнется чуть позже. Каждая неделя акции поделена на секции. На следующий к мегасубботнику присоединятся жители города. Они займутся уборкой дворов. А пока механизированные бригады подгоняют технику к проблемным участкам. Мы находимся на проспекте Аль-Фараби. Это главная транспортная артерия города. Здесь, как мы видим, водоотводы заполнены илом и песком. И если их вовремя не почистить, то все это пространство заполнится водой после сильного ливня и может произойти транспортный коллапс. С началом весны в Алматы очищено 30 километров набережных, рек и каналов. Убрано более 1300 километров арычных сетей. Но работы еще не початый край. Необходимо покрасить 15 тысяч скамеек и 25 тысяч урн. Отреставрировать 1765 остановочных павильонов. И привести в порядок 3500 детских площадок. Выезжаем. На Сайран там очищаем парк. Это пенсионеры делают. Вот такое бывает ежегодно. Приятно, когда чисто везде. Даже самой приятно. Даже детям я говорю всегда, мусор выбрасывать. Только мусорку нельзя выбрасывать просто так, чтобы детей учить так. Параллельно в городе будут проходить локальные акции и конкурсы. Победителей наградят ценными подарками. А вот любителей сорить будут штрафовать. Камеры Сергек уже начали фиксировать граждан, которые разбрасывают мусор в общественных местах. Аскар Сергалиев, Айдын Калуов, Алматы, Первый канал Евразия.